Первый раз в незнакомом городе? Срочно нужна новая сим-карта? Хотите подарить не только новый телефон, но и новый номер? А вы уверены, что покупка сим-карт без оформления договора является безопасной? При покупке сим-карты без оформления договора вы не застрахованы от бесконтрольного списания денежных средств. Закрытие вашего счета в любой момент. Отсутствие возможности смены тарифа и оператора. И до вас эту карту могли использовать в противоправных действиях. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Оформление договора занимает всего пару минут. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Ты опять в норме. Видимо, смирился с потерей Кати. Девчонки, я иду к вам. Малыш, все будет хорошо. Катя все это время пряталась от Ларисы в ресторане. Поцелуй по будням на продвижении. Вы никогда не найдете его тело. Чувствуется подавляемый гнев. Не следовало этого делать, миссис Барнаби. Этому есть рациональное объяснение, я должен его найти. Именно это я и хотел сказать. Он знает свое дело. Несомненно. Сэр, с вами можно поговорить? Он решил сбежать. На тракторе? Преступное поведение – это часто проявление душевной болезни. Я знаю, что убийца вы. Так арестуйте меня. Чисто английские убийства. По будням на продвижении. Чем больше я поработаю, тем больше у меня зарплата будет. У меня нет такого, что у меня рабочий день там с 8 там, до 5. Я уходила, она еще спала, я приходила, она уже спала. Сложно, когда ты сам все делаешь, кому-то доверять. И надо всем улыбнуться. Она вот умеет общаться с людьми. Ну, хотелось бы, чтобы это уже было с заработком. Но ловить дзен самое сложное. Мама в деле. Мы знаем четко нашу нишу. По понедельникам на продвижении. Вы думаете, сказки создавались для детей? Думаете, добро в них всегда побеждало зло? Люди жили иначе, мыслили иначе, верили в реальность того, что скрыто от глаз. Потусторонний мир был для них больше, чем сказка. Каждая история уходила своими корнями в жестокие обряды и ритуалы. Мы разучились понимать их, забыли смысл. Рассказываем детям, а надо бы читать сказки для взрослых. С 14 ноября на продвижении.